Когда вы вместе, возможно все. Больше нет запретов, нет ограничений, нет того, что заставляет тебя быть кем-то другим. Рядом друг с другом вы остаетесь самими собой. Чувства заполняют целиком и полностью. Нет большего счастья, чем радоваться каждому утру, начатому вместе. Счастье – это абсолютная величина, если его есть с кем разделить. Теперь нет «я», теперь есть «мы». Счастье обретает вас, вы обретаете счастье. Сказка начинается. Маленькая общая сказка длиною в жизнь. Сегодня очень уникальный день, так как сегодня свадьба Игоря и Юлии. И, дорогие молодожены, я хочу вам прямо заявить, что у вас сегодня все здесь на высоте, при этом в прямом смысле этого слова! Дорогие молодожены, приветствую. Если помните, я ваш видеограф Андрианов Андрей. И сейчас, пока вы там фотографируетесь, я узнаю всю правду о ваших гостях. Поехали! И настало время узнать, кто в каком салате сегодня будет спать. Поехали! Оливье! И Цезарь! Мегрет! Давайте сейчас уточним у гостей, знают ли они, какое сегодня событие. Поехали! ВДВ. Новый год? Троица, наверное. Нет? Нет, Троица воскресенье. Нет. Что-то бы мы сегодня смотрели сегодня нет с утра. Нет, праздник. День рождения мой. Скажите просто спасибо гостям. Спасибо. Спасибо. Это снова мы. Опиши, пожалуйста, невесту, какая она? Добрая, застенчивая. Красивая, несомненно, очень заботливая. Стоп, вообще, хватит о себе, давайте все-таки о невесте. А пиши, пожалуйста, какой он жених наш? Больше не знаю, что добавить. Еще, как он выглядит? Небольшой, полненький такой, невысокого роста, и ест варенье все время. Ты что, дурак, что ли? А она как выглядит? Она? А, ты мой хороший! Ах, мужика-то урола! Не знаю. Жгет. А сейчас мы у ваших гостей спросим очень каверзный вопрос. Когда они впервые поцеловались с мужчиной? Поехали. 14 лет. Ой, не помню уже. Давно очень было. Surprise, motherfucker!